Классический балет «Музыка Минкуса». Постановка «Орденоносца Чебукиани». Ансамбль Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени Кирова. Сольные вариации. Наталья Дудинская и Вахтанг Чебукиани. Thank you.
Рассказ Антон Павловича Чехова. Злоумышленник. Роль мужичонки злоумышленника исполню я, москвин. А роль следователя тоже я. Ну вот. Денис Григорьев. Денис Григорьев. Подойди поближе. И отвечай на мои вопросы. 7 числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акимфов, проходя утром по линии на 141 версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, кои рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка. С каковой гайки он задержал тебя? Так ли все это было? Чего? Так ли все это было, как объясняет Акимфов. Знамо, было. Хорошо. Ну, а для чего ты отвинчил эту гайку? Чего? Это что? Брось. Отвечай мне на вопрос. Для чего ты отвинчивал гайку? Коли не нужна была, так не отвинчивал бы. А для чего ж тебе понадобилась эта гайка? Гайка те. Да и это. Мы из них грузило делаем. Кто это? Мы. Кто мы? Народ. Вот кто. Ну, климовские мужики. То есть. Послушай, братец, ты мне не прикидывайся идиотом. А говори мне толком. Нечего мне тут прогрузило врать. Отродясь не врал, а тут вру. Да не же вашу благородие можно без грузила. Ежели ты живца, а ли это выползка, на крючок сажаешь, не что тебе пойдет ко дну без грузила. Вру. А черт его в живце-то, ежели он поверху тряпаться будет. Окунь, щука, налив. Это завсегда на донный идет. Понял? Ну вот. А которую поверху только шелеспер схватит. Да и то редко. В нашей реке это не водится. Шелеспер. Это рыба простор любит. И чего же ты мне про шелеспер рассказываешь? Ну как же, вы сами спрашиваете. У нас господа такое. Самый последний мальчишка не пойдет тебе без грузила ловить. Ну, конечно, это, который не понимающий, тот без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан. Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило. Ну, а то что ж, не в бабки играть. А для грузила ты мог взять свинец, пулю, гвоздик какой-нибудь. А ишь ты, свинец на дороге не найдешь, купить надо. А гвоздик не годится. Да нет, это, лучше гайки не найти. Она первое дело, что тяжелая, а второе дело, дыра в ее. Дураком каким прикидывается. Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Ведь не догляди сторону. Ведь поезд мог бы сойти с рельсов. Людей бы убило. Ты людей убил бы,
Избави, Господи, вас благородие. Что мы не крещеные, а злодеи какие. Слава тебе, Господи, господин хороший. Век свой прожили. Не так мало, что убивать. Мыслив даже дети в голове никогда не было. Избави, Господи, царица небесная. Что? От чего, по-твоему, происходит крушение поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение. Ну да, толкуй. У сколько лет все деревни отвинчивают гайки. Хранил Господь, а тут крушение. Людей убил бы. Если я рельсу унес, вот. А бревно поперек ейного пути положил. Он тогда своротило поезд. А то что, фу, гайка. Да пойми же ты, что гайками прикрепляется рельса к шпалам. Ну мы понимаем, мы ведь не все отвинчиваем. Мы оставляем. Ну как же можно? Не без ума делаем. Понимаем. В прошлом году здесь сошел поезд с рельсом. Теперь понятно, почему. Ну да, на то и образованные милостицы наши. Господь знал, кому понятие давал. Вот и рассудили, как и что. А сторож, почитай, тоже мужик, без всякого понятия. Хватает за шиворот, тащит. Ты рассуди, а потом это тащи. Ну что, мужик, мужицкий и ум. Запишите, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди. Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку. Эту в каком месте ты отвинтил? Когда? Это какую? Это что, под красным сундучком что лежала? Не знаю, где она у тебя там лежала. Ну так нашли ее. Когда ты ее отвинчил? Я ее не отвинчиваю. Это ее не Игнашка, Семена Кривого сын дал. Это Туина. Ну вот это, который там где-то под красным сундучком лежал. А то что ли санях с которой? А? Санях? Ну и это мы вместе с Митрофаном вывинтили. С каким Митрофаном? Ну вот, с каким Митрофаном, с Митрофаном Петровым, вот, с каким. Ну что ж, не знаете, не вода делает, господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. Почитая, на каждое небо штук 10 идет. Послушай, 1081 статья «Уложение о наказаниях» говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующий по всей дороге транспорт, и виновный знал, что последствия всего должно быть несчастью, понимаешь? Знал. А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание. Он приговаривается к ссылке. Каторжные работы. Конечно. Вы лучше знаете. Мы люди темные. Разве мы эту штуковину понимаем? Ну молчи. Благородие. А ваше благородие? Мне это идти? Нет. Нет? Ну ладно. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму. То есть, как это, в тюрьму?
ваше благородие. Мне это некогда. Мне надо на ярмарку. Сигора 3 рубли за сало получить. Молчи, не мешай. В тюрьму. Был бы за что, пошел. А за что же это? Не крал, не дрался. А это, что же это, вы насчет недоимков сомневаетесь? Так вы не верите старости. Вы, господин, непременно члена спросите. Христа на нем нет, на старость-то. Молчи! Ну что ж, я и так молчу, а что старость набряхал, ну учете, я хоть под присягой. Понимаешь, какое дело? Нас 3 брата. Кузьма Григорьев, Егор Григорьев и я, нет, стал быть, Денис Григорьев. Ты мне мешаешь. Эй, Семен, увести его. Нас 3 брата. Брат за брата не отмечи. Егор не платит, а ты, Денис, отвечай. Суть. Помер покойник барин генерал, царство ему небесное. Он бы показал вам судьям. Надо судить имеючи, не зря, хоть и высеки, но чтоб за дело. По совести, а то Семен, 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 Семен. А сейчас мы увидим и услышим и тот же Паридзе. Она исполнит песенку Сулико на грузинском языке.
Ну что же еще будет в фильм-концерте? Еще? Воспоминания нашей юности. Смотри. Помнишь, 1924 год, Ленинградское театральное училище, наш эксцентрический номер, Пат Паташон и Чарли Чаплин. Пат, артист Черкасов. Чарли Чаплин, Березов, ныне артист Малого театра. Паташон, Юрьев. Подарил мне Сергей Владимирович Образцов. Я думаю, что в нашем фильм-концерте он выступит со своими куклами. Кто свистел? Просит кукол Образцова. Образцова? Сергей Владимирович? Пожалуйста. Товарищи, Сергей Владимирович Образцов исполнит цыганский романс. Мы только знакомы, как странно.
спокойно и просто мы встретились с вами, в душе зажила уже старая рана, но пропасть разрыва легла между нами. Мы только знакомы. Как странно, как странно все это. Совсем ведь недавно была наша близость безмерна, безгранна. А ныне, а ныне было неравно, мы только знакомы. Как странно, сейчас Рамос. Рамос Гречанинова. С тобою мне побыть хотелось часок другой наедине. Наедине это значит вдвоем. Ой, мне побыть хотелось часок другой наедине, но ты куда-то торопилась. Я занята, сказала мне. Я говорил, что я страдаю, что без тебя мне счастья нет. Книжка чопорно присела и засмеялась мне в ответ, что грудь мне мукой переполнить, ты до конца осталась зла. Как не молил я поцелуя, ты на прощание не дала. Но ради Бога не подумай, чтоб с горя застрелился я. Увы, все это раз уж было со мной. Красавица моя,
Вернись, я все прощу. Эх. Все. А сейчас перед вами выступит следующий номер. Ой-ой-ой-ой-ой. Пусть уж они вам лучше сами скажут. Служённые артиста республики Борис Эдер.
Иван Дмитриевич Папанин. Здравствуйте, Иван Дмитриевич. Здравствуйте, Николай Константинович. Здравствуйте. Пожалуйста, садитесь. Иван Дмитриевич, а что бы вы еще хотели посмотреть? Вещь замечательная, но хотелось бы посмотреть еще веселее. Веселее. Еще веселее. Вот вам расскажу, когда мы жили на дрейфующей льдине. Мы каждый день слушали, после арктических новостей, слушали наши концерты. Замечательно. Мы радовались за наше советское искусство, за наших советских людей. Хотелось бы послушать рассказы Зощенко. Иван Дмитриевич, тогда знаете что? Давайте послушаем, как читает рассказы Зощенко Владимир Яковлевич Хенкин. Ну, представьте себе, что к вам на дрейфующую льдину явился в гости Хенкин. За последнее время, что на семейном фронте не совсем благополучно. А? Не обратили? Я считаю, что мужьям форменная труба. Особенно тем, у которых жена, я извиняюсь, конечно, передовыми вопросами занята. Вы знаете, давеча, какая скучная история произошла. Я прихожу домой, захожу в квартиру. Стучусь, например, в свою собственную коммунальную дверь. Амба, не открывай. Но я знаю, что жена дома, потому мне соседи-коммунальники сказали, видали, как она прошла домой. Я тогда, конечно, делаю, я любопытный. Да, я прямо говорю, да, я поглядела у дырку, да, у скважины, у замок. Манюня, говорю я супруге, мою супругу, Манюню зовут. Это я. Вася, значит, объясняю, чтобы она не пожаловалась. Домой присутший. Молчи. Ну, знаете, прямо притаилась. И вдруг раздается голос уже, значит, от тенок, куда меня не пущают. Голос Мишки Бочкова. Это сослуживец моей супруги. Это ты, Василий Иванович. Обожди, друг, чуточку, мы тебе скоро отопрем. Ой! Меня это просто как хоботом по голове шлепнуло. Что ж это такое? Я человек крепкий. Крепкий, ну, знаете, зашатался. Стало быть, что же это? Это выходит так, что уже, значит, мужей, даже он хоть и временно, но уже впущать перестали. Я тогда стучусь о дверь, ну, тихо. Тихо, потому что, знаете, надо правду говорить. Квартира коммунальная, а супруга моя. Я тогда потихоньку под дверью говорю, Миша, открой, сука, этот курицын сын, открой, да ты не бойся, драться я с тобой не буду, а драться я не могу, куда мне драться, видаю, вот это я весь, разве это рост для драки, рост у меня мелкий, телосложение вообще такое хрипкое, кроме всего, да, забыл сказать, при быстром движении, когда бывает иногда там, знаете, в драке приходится париться. Так вот, вот это, ага, вот тут, вот, в этом месте, вот тут, вот, как раз, постоянно чего-то булькает. Черт, его душу знает, что у меня здесь булькает, я не знаю. Меня фельдшер, который меня лечит, хороший фельдшер, ветеринарный фельдшер, Иван Кузьмич, да его все знают.
вот который меня лечит, так он мне как-то раздел, значит, когда лечил, во все голое. И говорит, знаете, ведь, Василий Иванович, я так думаю, что это у вас там пища играет. А? Какое место для игрушек нашла, видали? Ну, только через эти игрушки я драться не могу. Я тогда стучусь категорически, дверь, говорю, открывай, говорю, бродяга такая. А он мне говорит, да ты не тряси двери, дьявол, храбрый, что же это такое делается? Он с моей супругой, закрывшись, а я ему двери не тряси, я еще дьявол, открывай, открывай, я сейчас делаю шум. Он опять не открывает, а ты дохрипеть. Какой ты стал нетерпеливый последнее время. Ну, посиди у коридора полчасика. Кстати, я тебе там коптилку поставил. Ты ее зажги, чтоб чего в темноте не разбил, граждан. Что же это такое? Как же он смеет, подлая его личность, мужу, ответственному мужу в такой опасный момент про коптилки говорить? Открывай, открывай, я сейчас иду за милицией. Он опять не открывает, говорит. Эх, как ты был беспартийным мещанином. Видал, куда загибает. Так ты беспартийным мещанином и скончайся. А я говорю, когда я скончаюсь, мне уже все равно, какой я буду, а только я сейчас иду за милицией. Прихожу, стоит милиционер на посту. Я говорю, гражданин милиционер, вот, говорю, у меня дома неправильная регулировка движения. Значит, объясняю ему, что меня ни туда, ни сюда не впущают. А у меня, говорит, предпринять ничего не могу. Ежели вас убивать будут, можно помочь. Или, может, с окошка выкинуть при семейных недоразумениях тоже. Вы в каком этаже живете? Я говорю, в пятом. Подходяще. А так у вас все, говорит, дома нормально и досконально. Идите домой, попросите хорошенько, может быть, пустите. Ну, действительно, правильно сказал. Я прибегаю, меня Мишка как из ведра открывает дверь. Я говорю, пожалуйста, теперь можно. Я забегаю, конечно, и дело побыстрее. Батюшки, набросано, наплевано, накурено. 7 человек сидят. 3 бабы, 2 мужика пишут или заседают, пес их разберет. Но все смеются. А это Мишка, который меня не пущал, так он прямо от хохоту падает с ног. Извиняюсь, пардон, что над вами подшутили. Очень нам было интересно знать, чего это мужья теперь у таких случаях делают. А я говорю, смеяться не приходится, раз заседание записки надо вывешивать или объявление давать. А потом взял бы его так остроумно и завинтил. Говорить могу, будь покоен, не дурак. И говорю так, когда курить, говорю, форточки открывают. Он никак от меня не ожидал этого остроумия. Прямо ошеломился весь. Что-то пошептались, потрепались и выкатились. Да я их и не задерживал. Что это? Что это делается на семейном-то фронте? Мужьям полная труба. Особенно тем, у которых жена передовыми вопросами занята. Старая матросская песня «Раскинулось море широко». Let's go.
не слышно на пороге песен. Товарищ я вахты не в силах стоять, сказал кочегар кочегару. Огни в моих топках совсем догорят, котлак не сдержать мне уж пару. Товарищ ушел, он лопату схватил, собравший последние силы. Дверь топки привычным толчком отворил, и пламя его озарило. Окончив кидать, он напился воды, воды опресненной, нечистой. С лица его падал под сажи следы, услышал он речь машиниста. Ты, мох, ты не кончив, не смеешь бросать, механик тобой недоволен. Ты к доктору должен пойти сказать, лекарство он даст, если болен. На палубу вышел, сознания уже нет, в глазах у него помутилось. Увидел на миг ослепительный свет, упал сердце, больше не било. Всю ночь в лазарете покойник лежал, в костюме матроса одетый. В руках восковую свечу он держал, воск таял жарою согретый. К ногам привязали ему колосник, и койкою труп обернули. Пришел корабельный священник старик, и слезы у многих сверкнули. Напрасно старушка ведет сына домой, ей скажут, она зарыдает. А волны бегут от винта за кормой, и след вдали пропадает. А волны бегут от винта за кормой, и след и вдали пропадает. А теперь прослушайте комическую песню «Пароход». Thank you.
дымом играет и блещет металлом на солнце. Что такое слышится там вдалеке? Эти звуки истомой знакомой навстречу летят. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. Лебедем белым скользя по волне, плавно навстречу идет пароход. А кто стоит на палубе, там у перил, и смеется, и плачет, и машет привет на платочках. И по ветру весеннему нежно поплыл, мне истомой знакомой навстречу тот голос родной. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. То, что я видел когда-то во сне, в гости навстречу везет. Вот сходни переброшенных хлынул поток, пассажиры, матросы, вопросы, ответы, улыбки. И вот личико прелестное, словно цветок, расцветает между ними большими глазами блестя. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. Горло сдавило, и весь я в огне, словно по сердцу идет пароход. Застольная песня. Будьте здоровы, живите богато. Будьте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дому до хаты. Вы славно гуляли на празднике вашем, нигде не видали мы праздника краше. Желаем, чтоб в печке шикипела бы шкварка, огней, если надо, нашлась бы и чарка. Чтоб вам принесли желанные гости, чтоб люди на вас не имели бы злости, чтобы дружной работою вашей бригады все были довольны, довольны и рады. Еще пожелать вам немного осталось, чтобы год по ребенку рождалась. А если по счастью и двойня прибудет, никто с вас не спросит, никто не осудит. Так будьте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дому. Финал нашего фильм-концерта. Ваша песня. Да, песня о героях Хасана. Текст поэта-орденоносца Лебедева Кумача. Музыка моя. Музыка заслуженного деятеля искусства, орденоносца Дунаевского. Теперь я вас буду очень просить, Исаак Кощ. Еще раз припев песни. Николай Константинович, голоса-то никакого. Ну, как можете. Ну хорошо. Какие силы на нас бы не пошли, врага прогоним мы любого. Из нашего моря, из нашей земли, из нашего неба большого. Хорошо. Теперь вот что, Исаак Кощ. Кто же исполнители?
Исполнять будут заслуженный коллектив оркестр Ленинградской филармонии и Ленинградская академическая капелла, праздновавшая недавно свой юбилей. Дирижер? А дирижировать буду я.